Новый филиал детского сада «Белоснежка» стал финалистом Российского инвестиционно-строительного форума. Архитектурная форма здания не только удивляет своей красотой и необычностью, но и благоприятно воздействует на адаптацию дошкольников в детском саду. Ну, я честно скажу, я таких садов не видела, потому что мы смотрели другие садики, рассматривали другие варианты. Здесь, конечно, просто космический корабль. Действительно, не восхищаться этим детским садом просто невозможно. Просторные светлые помещения, необычный интерьер и современное оборудование. Здесь все отличается от привычного образа дошкольного учреждения. А самое главное, здесь хорошие воспитатели. Катится, катится мячик по дорожке, катится. Отлично, молодцы. Круглая форма и стеклянная крыша в центре холла – изюминка проекта нового детского сада. Такое архитектурное решение позволяет по-новому взглянуть на дошкольное образование. Детский сад воспринимается малышами как большой просторный дом, где нет замкнутого пространства и коридоров. Было удивительно, что дети, придя в детский сад, очень быстро привыкли к помещениям. Так как проект создан таким образом – атмосфера домашнего уюта. Первый и второй этаж – все пространство открыто для взгляда. И дети между собой ведут такую как бы определенную взаимосвязь. Уникальность этого здания оценили в Министерстве строительства России. Его отметили на ежегодном инвестиционно-строительном форуме. Детский сад вышел в финал конкурса под номинацией «Лучший реализованный проект строительства объекта образования». Стоит отметить, что у него есть брат-близнец. Точно такое же архитектурное строение имеет еще один филиал «Белоснежки» в Люберцах. Луиза Егазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.